гол. Играет налево, мяч в игре остается. Можно атаку дальше развивать Амкару. Великолепный по штрафную, удар по воротам и 1-0. Амкар выходит вперед. Прекрасная комбинация. Александр Прудников забивает. Очень важный гол для Амкара. Стадион, естественно, ликует. Ну, а Прудников действительно делает селфи прямо у скамейки запасных. Об этом позже скажу, пока этот гол посмотрим. Хороший пас в штрафную, такой проникающий пас от Януша Гова. Прудников вот здесь, видите, в отличие от прошлой ситуации, сразу сориентировался, мяч обработал, развернулся и пробил. Третьим касанием все было очень правильно сделано Прудниковым, и счет в матче открыт. 1-0. Амкар выходит вперед. Я думаю, что гол закономерный. Это уже селфи. Видим, помог ему в этом Дмитрий Хомич.